специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. Пожилая жительница Перми живет с котом и очень волнуется, что с ним будет после ее смерти. Можно ли завещать жилье питомцу, а кого-то назначить его опекуном, чтобы животное точно не осталось на улице? Правильный ответ. Нет, кот не может наследовать имущество, так как гражданских прав у него нет. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. Пенсионерка Ольга Иванова продолжает работать. Она учредитель и гендиректор компании. Если она уволится из компании, но останется ее учредителем и будет получать дивиденды, то можно ли ее считать неработающим пенсионером для перерасчета пенсии? Да, ее будут считать неработающим пенсионером. На этот статус не повлияют ни наличие дивидендов, ни их размер. Нет, дивиденды – это доход, при котором перерасчет пенсии не положен. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».